Дорогие одесситы, уважаемые ветераны, я поздравляю вас с великой для нашего города-героя датой – Днем освобождения Одессы от нацистских оккупантов. Этот день навсегда вошел в историю, как пример героического подвига, мужества, беззаветной любви одесситов к родному городу. И наш священный долг не просто помнить об этом подвиге, а передавать память о нем из поколения в поколение. Дорогие ветераны, здоровья вам и долгих лет жизни, как можно дольше оставаться в строю. Мира, спокойствия нашей родной Одессе. С праздником! Ты в сердце моем, ты всюду.